Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в финалочку на Сермейджин Холиплей, первый сервер. У них здесь Кирилл Футболь, не забывайте вводить по них при регистрации. Так, сегодня у нас будет новая серичка, посвящена будем дальнобойщика. Сегодня мы как раз посмотрим новые фуры, которые добавили в бета-модпак, и я выскажу свое мнение. Обязательно ставьте лайки, потому что вы уже начали мне писать под другими сериями, по другим проектам, чтобы я выкладывал Амазин почаще. Пацаны, я все понимаю, но я не могу выкладывать Амазин очень часто, каждый день, потому что есть идеи, я выкладываю каждый день. Нет идей, я не выкладываю видосы, потому что зачем выкладывать полезные видео? Как бы я сначала придумываю идею, потом уже иду записываю. А просто так заходить и снимать, что попало, я такого не делаю. Поэтому я думаю, вы должны меня понимать. И чтобы серии выходили чаще, мне нужна мотивация. Поэтому давайте, пацаны, набираем 100 лайков, выходит новая серия. Все, погнали на базу дальнобойщиков, и там уже продолжим. Так, вот я уже заехал на базу дальнобойщиков, в принципе, давайте припаркуемся. Нужно парковаться, пацаны, нормально, вот так как вон машины бросили чуваки, так делать серьезно не нужно. Просто спокойно припарковались и все, и заебись. Так, тачка у меня открыта была, да, слабо, что я это проверил. Так, пошлите арендуем машину, точнее фуру, и уже поедем работать. Все, я арендовал, в принципе, фуру. Давайте сейчас возьмем прицеп. Я так понял, что ЗИЛ это у нас получается Volvo фура новая в модпаке. Потом КамАЗ это вот такая вот Scania. И КАЗ это Рено. Фура очень красивая. Кстати, вот это Рено, какая на КАЗе, она очень классная и красивая. Сейчас дойдем до порта. Думаю, там будут люди на КАЗах, в принципе, и на ЗИЛах. И я вам уже там покажу наглядно, как это все выглядит. Так, заезжаем уже в порт, в принципе, сейчас посмотрим на машины, на фуры, которые здесь есть. Так, у нас здесь есть Scania и Volvo, вот это Volvo, в принципе, вот как она выглядит. Так вот выглядит ZIL теперь в новом модпаке, это вот такая вот, Volvo. Ну не знаю, мне она не очень нравится, хотя у меня, по-моему, тоже моделька Volvo стояла, но постарее, помните, на КамАЗе? А на КамАЗе теперь Scania. Ну Scania, на самом деле, мне что-то не очень нравится, потому что, ну, она как-то надоела, она, знаете, в Eurotruck симуляторе уже много раз была. Блин, она как-то уже всем приелась, я думаю. Ну, это лично мое мнение, она лично мне уже приелась. Это Scania, и хотелось бы что-то поинтереснее увидеть, там, какую-то Mercedes, возможно. Было бы довольно-таки неплохо. Так, и нам выпадает рейс Роговичи шахта. Все, погнали, значит, туда. Так, тут начинается, как всегда, полный пиздец. Вот, кстати, Renault, видите, вот такая вот красота. Красавец, просто сос. Бля, сейчас ебанет. Давайте назад, я отъеду, ебануло. Так, блин, начинается, конечно, пиздец в порту всегда. Сейчас, тем более, X2. И все работают просто. При мне, я вчера работал, при мне вот так колонны просто заехало 8 фур. Да, это красиво выглядит, но, блин, в порту происходит реально пиздец постоянно. Из-за того, что очень много фур. Эти прицепы, там, заезжаешь куда-то, начинает подпрыгивать. Ты взлетаешь, начинается все взрываться. И начинается полный хаос. Но вообще, сегодня задача наша, точнее, моя, посмотреть фуры, показать их вам. Я уже ездил только на вот этой тачке. Можно, кстати, сейчас будет сделать рейс, поехать и взять Volvo, посмотреть. Не знаю, есть ли в этом смысл, хотя вы и так внешне их видели. Так, вот мы приехали уже на выгрузку. Кстати, я уже вкачал, по-моему, 13-й скилл. Да, пацаны, я уже вкачал 13-й скилл дальнобойщика. Можете меня поздравить в комментариях, в принципе. Вот, кстати, ну вот, Volvo, она, ну да, симпатична, в принципе, но, блин, вот вместо Scania хотелось бы мне видеть какой-то Мерседесик, фуру. Было бы, я думаю, довольно-таки неплохо. Так, нам выпадает Батырева лесопилочка. Это довольно-таки хорошо. Надеюсь, сегодня у нас все рейсы будут только в Батырево и в Арзамас там. Потому что в Южный вообще не хочется ехать. Там этот мост поднятый, много трафика. И вообще далеко ехать. Если потом с Южного в Арзамас, это будет довольно-таки долго и нудно. Вот то, что они добавили такой мод очень, блин, очень на самом деле атмосферно ездить вот так вот, очень классно вообще по кайфу. Сейчас нам лесопилочку заехать, выгрузиться, блин, реально вот это атмосферно, уже, вот это уже уровень. Если они всегда будут там делать, знаете, вот летний модпак, осенний модпак, весенний там, ну летний, хотя нет, зимний там. Не, лучше летний там, зимний, осенний модпак, я думаю, это будет достаточно, блин, потому что было бы круто, если бы они делали именно модпаки по месяцам. Это было бы реально очень круто, как они делают сейчас. Сейчас вот у нас осенний модпак, потом они сделают зимний там и так далее. Я думаю, это будет довольно-таки классно. Так, вот мы получили свои кровные 21 150 рублей. Вообще по кайфу. Ах, да, кстати, еще прицепы, видите, новые сделали. Там Башнефть написано, все дела, короче. Ну, прикольно, прикольно. Сейчас давайте выгрузим. Так, нам Батырево выпадает, это уже очень хорошо. Сейчас будет Батырево лесопилочка, то вообще будет замечательно. Блин, бабки реально легко заработать. Я вчера буквально поработал, ну, 5 рейсов сделал буквально, ну, за час. И заработал около 100 тысяч. Это довольно-таки классно.
Женя Уваров, привет тебе, в принципе, передаю. Так, видите, вот еще подъехала Реношка. Блин, ну, вот Реношка реально охуенно будет. Ничего не сказать. Видите, тоже прицеп, все дела там. Так, бабули, бабуль, я в Ютубе. Так, давайте улыбнемся. Так, нам ехать на лесопилочку. Замечательно просто. Надеюсь, сейчас не краш. Потому что меня реально, когда я еду до лесопилки, меня постоянно там почему-то краш. Именно под этой дорогой по прямой, как выезжать уже на трассу, меня там, когда, блядь, краш. Надеюсь, сейчас такого не будет. Так, я решил объехать вот сюда от Рига подальше, потому что именно если я туда буду ехать, меня может крашнуть. Поэтому я решил сюда объехать по Бырику. Опачки, там чувак на фуре сейчас стоит. Можно скриншотик сейчас будет замутить, кстати. Ну что ж, вот я и выгрузился, получил 21 тысячу. На этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вам новые, в принципе, фуры. Изменили все три штуки, поэтому я думаю, это очень довольно-таки круто. Но чтобы я изменил, это вместо Скани какой-то Мерседесик фуру. Было бы довольно класс. А на этом у меня все. Всем пока-пока.